Она хотела отметить свой день рождения весной у моря в Турции. Еще в прошлом году воспользовалась функцией раннего бронирования. Однако пандемия внесла свои коррективы. Туроператор перенес поездку Светланы на май 21-го. Шанс встретить Новый год жизни в теплом крае появился вновь. Но перелеты из России в Турцию не возобновлены до сих пор. Ограничения продлили до 21 июня. Теперь все ставки на октябрь. Свой отпуск Светлана переносит в третий раз и не отчаивается. Как я ко всему этому отношусь? Естественно, что, конечно, отпуск омрачен, и хотелось бы положительных эмоций. Давно не были на море, отдохнуть, но, с другой стороны, опасность для здоровья немаловажна. В этот раз я подготовилась, я сделала прививку от коронавирусной инфекции, я имею сейчас на руках сертификат. Прививочные паспорта постепенно вводятся в обиход, но сейчас это не обязательное условие для выезда за границу. Чего не скажешь о ПЦР-тестах. Сдать анализ за 72 часа до вылета – обязательное условие. Кроме Туниса, где от ПЦР-тестов освободили привитых туристов, прибывающих на чартерах. Из открытых направлений на данный момент это Кипр, Тунис, Арабские Эмираты. Кипр, Тунис, к сожалению, пока на груз пассажирских перевозках. Арабские Эмираты Объединенные, Мальдивы, Куба, Мексика стартует скоро у нас. Полетные программы есть также в Сербию, Сейшелы, Хорватию, Черногорию. Со 2 июня в России возобновили авиасообщение с Лондона. С 10 числа можно будет улететь в Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Марокко, Республику Маврикий. Но курорты России в этом году ажиотаж колоссальный. Касается это Абхазии. Как сообщают ульяновские турагенты, места в отелях забронированы до осени. Российские курорты на самом деле всегда пользовались огромным спросом. Никогда не было пустых курортов, пустых пляжей. То есть дефицитов в туристах не было никогда. Но в этом году ажиотаж и спрос, он колоссален. Наши курорты, ательеры, отели не справляются с подобным потоком. Если турист не согласен с заменой тура, которая случилась из-за пандемии, он может расторгнуть договор. Вернуть деньги туроператор должен до 31 декабря 2021 года. Правила касаются туров, оформленных до 31 марта 2020 года. Рената Алиулова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.